Так, всем здорово, с вами Игорь Диаморф. Сегодня игра с подписонами. Блядь, это пипец, короче. 300 побед, как всегда, ничего не изменилось. Я еще не задумывался над тем, стоит ли опять же возвращаться на игры, где игроки имеют 100 побед, то есть подписчики. Я думаю, что, ну, я еще над этим подумаю, и может быть позже когда-нибудь, когда игроки зарекомендуют себя хорошо, я, возможно, я вернусь играть с подписчиками, у которых 100 побед, но я думаю, на то время у них уже будет по 200 побед. Итак, почему сингл драфт? Потому что что на алпике не искала, а на сингл драфте нашло, однако. За Нюкса я играл сегодня, как раз сегодня воскресенье, 20 октября. Вот предыдущая игра у меня была за Нюкса, но я думаю, за Дума. Ага. А Дум. Очень хотелось бы Думом сыграть. Пойти в лес, схавать волка с критами и надавать люлей противникам, но... Может, Виндрой все-таки. Но сейчас я хочу посмотреть на ихний пик. Что они пикнут Акс, да? Я все-таки думаю, что Дум тут будет неплох. Сейчас посмотрим. А, конечно, хотелось бы легкий вариант. Да, Дум однозначно пикаем. То есть хотелось бы однозначно идти на топ. Топ, пацаны. Так. Так что на топ я иду. Думаю, никто не обидится, никто не будет против. Кстати, думаю, я не гайдил, по-моему. Надо будет за этим делом заняться. Так. Нубовская сборка. Раз, два, три. Или не. Или. Да. Все правильно. Все, идем на топ. Так. В принципе, там писали в комментариях то, что, типа, зависит все от винрейта. Да. Все зависит от винрейта и, возможно, то, что 300 побед, это не всегда, типа... Ну, видимо, этот чувак писал, это чувак, у которого 100 побед, и, возможно, он хочет со мной сильно сыграть, возможно, он так и написал из-за этого, да. Я же, в свою очередь, конечно, так... Качаем первый скилл, хочу схавать волков. Я же, в свою очередь, не имею против ничего против людей, у которых 100 побед, но, поверьте мне, я хочу, чтобы в основном игры были качественными, и я не убивал время зря. То есть, 300 побед уже, вне зависимости от винрейта, говорит о том, что шанс на выигрыш увеличен, да, нежели у того игрока, у которого 100 побед, да. У меня тоже сейчас винрейт, у меня не лучше, у меня винрейт где-то, ну, процентов 45, может даже меньше, потому что то раки попадались, то еще что, сыграл я 1070 часов в доте, вроде как пробовал, побед у меня, сколько побед, я даже не помню уже, побед 579 и 630 я, короче, проиграл, ну, ровно почти половину проигрыша. И там еще покинуто из-за того, что то и нет лагал, то еще что. То идти надо было. Вот, то есть это ничего не зависит, это ничего не играет роли. Поэтому такие дела. Поэтому, чувак, я думаю, ты ошибаешься по поводу того, что типа винрейт там решает, прям решает. Нихера он не решает. Вот. Ну и я также и скажу, что нихера не решает, там 300 побед. Но люди просто, я исходя из того, что люди больше пробовали в доте времени, а соответственно больше знают. Поэтому вот такие дела. Конечно, не хочу никого обидеть. Так, надо было Quillen Blade мне покупать. Тут я затупил, конечно, опять же таки. Quillen Blade кому-то надо было сегодня мне покупать, и сейчас я не купил. Увидишь волков, скажешь мне. Криты нужны. Угу. Так.
Отлично. Так, так, так. Ну, вроде пока на онлайне справляемся, вроде как не сложно. Но в скором времени, возможно, будет ад. Либо для меня, либо для них. Так, я третий скилл на всякий случай прокачаю, мало ли. Там добить, может, кто-то загангает или еще что. То есть, нужно, нужно, необходимо. Так, включаем, остановимся. Блин. Не. Вообще, ну, можно было бы схавать большого крипа сейчас. Но, блин, я не хочу отходить, потому что я потеряю опыт. И башню покоцают. Так, ну вроде и так без Quilling Blade я нормально добиваю, вроде как. Так, что там, волков нету? Блин, печально. Волки могут быть здесь, кстати. Блин, может я ошибку делаю, то что сейчас сюда иду, но... Блин, мне кент большой, ну ладно. Стан это тоже неплохо. Чё, пассивка? Я так и не знаю, что это за пассивка. Скорость атаки, да? Ну, в принципе. Пойдет. Если что, у нас есть спасение от ганга. Стан. Неплохая вещь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куцает, 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 парни. Так, тангу что-то я забываю юзать или сплю. Ай. Ты шо? Наглые, наглые парни. Волки вот должны здесь появиться. Что? Ну, печально. Но не критично. Не пойму, это Вуди, по-моему, самозванец или кто это? Что у меня вроде как два Вуди в друзьях было или есть даже. Так, блин, опять нету. Да что будете, а? Фу, конечно, печально, ну ладно. Так, мне нужно колечко на ХП. Зачем тебе, блядь, этот фарм? Чё делаешь? Чё, сейчас разборок не будет из-за фарма? Говорю, зачем ты фраги забираешь, блядь? Ай-яй-яй. Блин, дайте мне кольцо купить, а? Не дадут. Да, я даже свою подругу так на секс не уламываю, как... Блять. Бля, дай хилки как-то, я не знаю. Не торопись. Ульт, короче, на темплу кидаю. Давайте там разбирать будете сами. Блин, ага, кину ульту. Она убежала как-то стремительно, быстро. Неизвиданном направлении. У меня нету маны на ульт.
Зашибись, мы тупо их прогнали. Блин, это печально, очень печально. Просто заранее они как-то... Блядь, не видели, что я там стою, что ли? Я только хотел сказать о своих планах, что я буду кидать ульту. Я не подразумевал прямую атаку сейчас прямо. Ай, ладно. Где волки, блин? Где криты мои уже? Так, кто дестройер? Да не. Волки, где? Нормально пойдет. А что это у него? Урона в секунду. А что это за восстановление ХП было? Что-то я не понял. Хм. Дополнительное золото. Так, крипов не забываю хавать, потому что я... Я вроде как гай. Я не помню, уже гадил или нет. У меня тупо из башки выскочила хрень. Гайдил я его или нет, этого дума. Гайдил, да, да, был гайд. Блин, я там вообще... Ну, там просто дно гайд. А, зачем я его схавал? Блин, я думал, у него ничего нету. И способностей. Туда обычных крипов надо, короче, хавать. Так, печальные дела, там вроде за нами следят. Нужно сматываться отсюда. Потихонечку. Блин, где волки, а? Фу, ты шо, я офигею просто. Когда они будут? Ну, хоть на этом зарабатываю. А, как? Так, что это такое с... А, снятие негативных эффектов. Ну, это хрень, она мне не надо. Мне нужны криты, ёп. Когда волки будут, а? Охота на волков, блин. Шо. О, это я зря делал. Бля. Это все очень печально. Да не, б. Аркан ни у кого нет, у меня маны нет. Ну, в принципе, кто тут аркан? Ну, этот. Ну да, некро обязан собирать арканы потом. А если его убьют? Его убили. Ларнар, сука, сказал нам. Давай, блядь, зикер найдем. Куда ты, блядь, ушел? У него хп, блядь, осталось стоп. Ты где, блядь, его искать уже? Давно ушел. Сука, я в лесу, блядь, пошел искать, ты ушел. Тут он стоит. Ты говори, блядь, я что забыл, блядь. Волков дайте мне. Уже надоело мне. Без критов. Блин, вообще жесть. 11-я минута, я не найду никак волков. Гуля. О!
Блядь, не забирай. Все, иду. Иду, иду. Иду. Это они впервые попались или он тупо их коцал? Все время. Все, отлично, отлично. Кристаллис у нас есть уже, можно сказать. Сори. Кого? Да шо, бля. Лучше б я это не говорил. Так, короче, нужно потом жрать крипов обычных, чтобы получать золото. Я раньше это не знал, я тупо гайдил, думая, не зная об этом, блин. Что от обычных крипов способности никакие не берутся и тем более не теряются. Так, сон уже, короче, респаунится. Они меня не словят все равно. А вот... Ну, это можно было и не делать. Лучше бы гуля схавал бы. Я тупо вот покоцал этим скиллом, вы не подумайте, что я состилить хотел. Потому что я знаю, что этот скилл он наносит он вообще минимум урона. Даже Сюрикен Баунти и то, наверное, будет поэффективнее с микростаном. Так. Ай, блядь. Сука, задолбал. Шмыгаю носом. Простыл, твою мать. Все виной это вот, отопительный сезон и долбоебы, которые следят за батареями. Блядь. Что там было? Только что тут что-то было. Или мне показалось? По-моему, там темпла было. Или зрение меня подводит. Скоро очки буду покупать. Да не дай бог, у меня со зрением еще все в порядке. Я думаю, это. И думаю, в порядке будет еще много-много лет. Как бы не сглазить. Блин, не добил. Ладно. Пускай мы идем сюда. Кстати, к нам навстречу могут. А, не. Блин, руны нету. Ну шо, можно кинуть. Кинуть ульту на или нельзя? Че тут вардов нету, а? Да не иди, не иди. Ну, крит, выпади ты. А. О, вот это уже серьезно.
Ну, это уже, да, со стилем. Печально вообще. Блин. Только сейчас подумал. Ну, это намеренно, да, я со стилем. Не, ну а шо, мне тоже нужен фармаш. Так. Угу. Так, ну что? Не знаю, что можно сейчас купить. Да не, сейчас пока ничего не будет. Где? Ну станы и заодно кидай ульту, что не забывай. Короче, что-то они провтыкали сами не знают, где темпла. Она уже, наверное, блинк за это время купила. Так, сейчас с инвиза можно... Блин, нам топ снесли, пока я тут ходил. Сейчас с инвиза можно что-то замутить, но у меня... Маны нету на ульту. Он, темпла здесь. Темпла здесь, ты ж кидай ульту, не забывай, то. Блять, на темплу кидай ульту, блять. Или вообще на кого-нибудь, я смотрю, вообще ни на кого не кидает ульту. Ну что толку? Блин, ну теперь он кинул ульту. Теперь он, да, вот кинул. Блин, бедный Гуля, все у него стилят. Я не знаю, я... Так, тут. Голубой, кто? Акс. А кто балла будет с Керас собирать? Ну, если он будет Керас, пускай. Не знаю, я Радик, наверное, соберу. Либо Радик, либо Тараску, что ли. Рефрешер. Самое так, не-не-не, сюда не суваться, заберут. Рефрешер, короче, нужно для отката МП. Так, это сюда, это мы принесем. И это... Так, куда ты пошел, Дума? И еще... Персик. Ну... Чё, какого хера не покупаются? А, блин. Чёрт, точно. Я-то думал, меня настигли. Так, все, откат МП есть. Так, рефрешер, а потом уже там, наверное, Ганим я буду собирать или Тараску. Посмотрим по обстоятельствам. В принципе, у меня есть ВГ, зачем мне тогда Керасу собирать? Вот в натуре пускай Баланар соберет. А я с ВГ побегаю. Да не, ульту просто так кидать.
Блин, и я третий скилл как раз кастовал. Так, так, так. Ха. Налегке вообще мы разобрали. Опять же, тут Тима хорошая попалась. Точнее, хорошую отобрал. То есть не то, что там моя заслуга, но вообще Тима очень хорошая. Приятно иметь, опять же, дело с такими же людьми. Я еще хочу жить, знаете. Обычно нас никто не быстро не доносит. Я также отношусь к людям. Ну, лично я сейчас хочу что-то собрать. Это будет рефрешер, да? Продать это. А шо? Они все-таки собрались доносить. Блин, как печально. Что за фаст гейм, а? Опа. Все, хорошая игра. Просто отлично. Спасибо за просмотр. Всем удачного дня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.